В Люберцах прошел 23-й слет активистов юных инспекторов движения. Организаторы мероприятия – представители Люберецкой госавтоинспекции, управления образованием и администрации городского округа. Конкурсанты сдавали экзамены на знание правил дорожного движения, соревновались в оказании первой помощи пострадавшему в ДТП, а также показали фигурное вождение велосипеда. Финальным и самым зрелищным этапом стало выступление гид-бригад. Победителем городского слета юных инспекторов движения стала команда из 44-й гимназии. Второе место завоевали воспитанники кадетской школы, а третье – учащиеся школы номер 10.